сейчас мы подходим к зданию администрации города Армавира. Здесь у нас парковочка для этого здания. Знак 3-2. То есть чужим здесь заезжать нельзя. Только тем, кто работает, знак 3-2 стоит. Парковочка достаточно широкая. Какая-то странная парковка. Вот здесь вот нормально, здесь плотненько машины стоят. А с этой стороны, видимо, стоят только какие-то вип-персоны. Хотя, если бы здесь немножко по-другому ставили машины, тут бы их влезло намного больше, в два раза больше. Ну, только для своих, только для персонала администрации. Вот здание администрации. Ну, а теперь сейчас зайдем вовнутрь, посмотрим, какие там порядки у нас в этом здании. Вот у нас охрана здесь. Так, вот у нас запрещен вход в здание в администрации. В шортах, в сланцах, с мороженым. Так, а также в спортивных костюмах, пляжной обуви, в сланцах, вьетнамках, шортах, выше колена для женщин, леггинсах. Без туники положенной длины, бриджах и шортах для мужчин. В общем, все как в исламском государстве. Так, в связи с распоряжением главы города Армавира об утверждении инструкции о пропускном режиме здания администрации муниципального образования город Армавир. Это у нас глава Армавира такой порядок установил. Здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, почему в шортах нельзя заходить? Это кто так распорядился? Конкретно кто, вы не знаете, да? Конкретно кто, не могу сказать. Вышестоящий. Ну так, сам глава, да? А вот смотрите, а если человек все-таки будет проходить, это вы что сделаете? Вот эти заблокируете, да? Нет, я его не пропущу. А какой будете не пропускать? Не знаю, посмотрим. Как получится? По обстоятельствам. Полицию, если что, вызову, будете вызывать? Конечно. Знаете, как интересно. А приедет полиция, на чем она будет основываться? Что? На чем будет основываться полиция? Привет. Не знаю. Я, знаете, как хотел. У меня сейчас тут приемчик. Да, кстати, я не сказал, тут по пропускам, пропускной режим. В общем, тут пропускной режим, вот я пропуск предъявляю, и меня здесь пропускают. Пожалуйста, на обратном пути.
проблемка. Да, в принципе, я не знаю, как это проблема или нет. Я вот хотел, знаете как, я вот хотел узнать, почему вот такой порядок делается и зачем это все нужно, для чего здесь здание. Что? Порядок чего? Давайте я тоже тогда включу, соответственно, чтобы мы были на равных условиях. А то вы меня снимаете без моего разрешения. Это хотя это защита личных прав, правильно? Есть такой закон? А вы публичное лицо? А при чем здесь публичное? Это мое личное я. Я вам не разрешал снимать меня. А, не разрешаете? Конечно, хорошо. Снимите, отключите. Хорошо. Не, вы отключаете его, нет? Нет. Вы то есть вы нарушаете, работаете. Я согласен с вами, вы нарушаете мои законные личные правила. Согласны со мной? Я вам сейчас покажу закон. Может быть, отойдем куда-нибудь? Пойдем, люди проходите. Поэтому там, где нас не так сильно слышно. Если вы не выключаете, я точно так же вас снимаю и настаиваю на своем требовании. А, ясно. Ну, вы нарушаете мои личные правила. Я вроде не публично. Лицо. Я ни в чего. Я говорю, без моего разрешения никто меня не должен снимать. Так вы работаете в здании администрации? Я работаю, да. Вы работник этого здания? Да. Ну, это публичное здание. При чем здесь? Как? Вы пока меня лично снимаете. Вы не пришли на прием как к должностному лицу. Вы согласны со мной? Я нахожусь в администрации. Я согласен с вами, но вы меня снимаете лично. Интересно, как как вы думаете? Как же ж мы будем в этой ситуации быть? Сейчас? А очень просто. Вы выключаете, я выключаю, и тогда мы ведем. Когда вы придете ко мне на прием, я тогда с вами скажу, что... Давайте я вам на прием запишусь. Наверное. Записывайтесь. Вот прием на прием главе камеры. Хорошо, вот, тогда. 15. Тогда это... Эх, как жаль, что я выключил телефон. В общем, сейчас хотят наряд вызвать. Какой-то наряд. А что за наряд? Наряд чего, непонятно. Здравствуйте. Здравствуйте. В отношении меня сейчас что-то будет производиться? Вообще разговоры ведется в отношении меня, правильно я понял? Давайте сначала вы познакомимся. Вы кто такой? Вы должностное лицо? Давайте сначала познакомимся. Давайте, меня зовут Дмитрий Геннадьевич. Фамилия, скажите, Бубенко. Ившин Алексей Владимирович. Да. Начальник правового управления. Правового управления? Ну, это хорошо. Это хорошо. Я вот скажите, вот этот человек является должностным лицом в администрации? Является, да? Вы знаете, что перед тем, как вести съемку, я так понимаю, вы ведете съемку, необходимо предупредить о том, что вы производите видеосъемку. Предупредить? Конечно. Даже аккредитованные журналисты обязаны это делать. А это какой-то регламент или закон? Нет, это закон. Это закон. Даже да? Аккредитованные журналисты обязаны. Могу я ознакомиться? Даже аккредитованные журналисты обязаны в соответствии с законом о средствах массовой информации предоставить свои документы перед тем, как осуществлять видеосъемку, сбор информации и так далее и тому подобное, и, соответственно, предупредить о том, что ведется видеофиксация. Так что я думаю, что перед тем, как снимать... Вы считаете, что я нарушил какой-то закон? Нет, я вас говорю, что перед тем, как снимать... Я думаю, что лучше предупредить, что ведется видеосъемка. Но вот еще раз спрашиваю, вы ведете видеосъемку, да? Да. Ну, скажите, пожалуйста, в каких целях? Я сейчас веду общественный контроль. Угу. А на каком правом акте вы основываетесь? 50.1 закон о полиции. Нет, например. Закон о полиции, я думаю, что не распространяется. Хорошо, 29-я статья Конституции, пункт 4. Вы знаете, что Конституция, хотя является основным законом, который регулирует правоотношения вообще по всей Российской Федерации, закрепляет основные правовые обязанности, но есть закон об общественном контроле. Ну, ознакомьте меня тогда, что я нарушаю.
Я вам объяснил, чем я основываюсь. 29-й статьей Конституции, пункт 4. Я имею право выкладывать эту информацию в СМИ. Согласен этому. Закон об общественном контроле вы изучали? Мне это не нужно. Закон Российской Федерации об общественном контроле, который как раз регулирует взаимоотношения граждан, органов власти всех уровней, государственных учреждений, муниципальных учреждений в сфере общественного контроля. Я просто хочу понять, я сейчас нарушаю? Что-то? Ну, во-первых, здесь в администрации я не знаю ваших целей. Что вы хотите, зайти в администрацию и осуществить съемку всего или чего? У меня на данный момент конкретная тема. Почему здесь фейс-контроль? По фейс-контролю. Ну, есть положение о пропускном режиме здания администрации в орган местного самоуправления. А кто этот режим вообще? Утвержденный заместителем главы. А на чем он основывался? На законодательстве. О том, что здание... На каком-то федеральном законе или на чем? Вы вот скажите, пожалуйста, какие цели преследуете? Ну и вообще смысл обращения в администрацию? Мне кажется, это создает неудобства. Вот я вам могу режиму, да? привести пример. Вот у меня лично сорвался прием в администрацию. Угу. Меня просто сюда не пустили. А в связи с чем не пустили? Я в шортах был. Я не знал, что в шортах нельзя сюда заходить. Наверняка такое может быть и повторится с другими гражданами. Вот смотрите, видите, девушка пошла в сланцах. Нельзя здесь в сланцах ходить. А если бы она хотела сейчас попасть на прием, если бы у нее что-то сейчас сорвалось? Ее ведь согласно вот этим правилам, ее бы туда не пропустили бы. Вас не пропустил. Таких людей, я смотрю, да? Таких людей, мне кажется, достаточно заходит. Хорошо, вы кому на прием хотели попасть? Я там по делу прав потребителя, ну я же с гражданским контролем занимаюсь, и у меня иногда бывают такие вопросы возникают, и которые связаны с моей деятельностью. Ну, обычно это по делу прав потребителя вопрос. У нас приемное время пришли, да, но... Да, я назначил прием, все, но я сюда попасть не могу. Почему? Потому что я натыкаюсь вот на такие правила. Угу. Да, такие правила существуют. И, мне кажется, вот мое личное мнение, я, конечно, не могу говорить за общественность, я могу сказать только за себя, что мне кажется, это может создавать помехи. Алло. Сейчас уже в отдел по защите прав потребителей или в отдел ценных тарифов, вам не надо, да? Нет, я уже там решил этот вопрос. Сейчас побегу дальше по инстанциям двигаться. Давайте сделаем таким образом. Если вы хотите ознакомиться с законом о общественном контроле, мы его вам предоставим. Сейчас, 3 секунды, я запишу там. Мы вам предоставим, вы его изучите. Нет, почему? Потому что, ну, заявляю о том, что вы занимаетесь общественным контролем, понятно, но необходимо же знать акты, которые эти правоотношения регулируют. Правильно, что да? И вам будет полезно, как бы, может быть, какие-то иные формы вас заинтересуют общественным контролем. Закон был принят. В 2014 году, поэтому, может быть, вы с ним не успели ознакомиться. Сейчас. Нет, мне этого не нужно, я могу сам ознакомиться самостоятельно. Я просто хотел узнать все, что можно было бы узнать. Я все уже получил информацию. Ну, соответственно, просто так, конечно, зайти в здание администрации и производить съемку там, допустим, на всех этажах, я не думаю, что это соответствует требованиям. Дело в чем? Потому что у граждан, конечно, есть право на сбор информации, и это закреплено соответственно законом на уровне федерации. Получается, что
Ну ты полиция. Вы нас пришел, да? Да, просто тут наряд вызвали, полицейский пришел. Ничего страшного сейчас. Значит, и в соответствии с этим законом там определенные формы сбора информации, да, то есть письменный, устный запрос или там в том числе и видеофиксация, да, то есть вы можете в любом виде там аудиозапись производить. В публичных местах мне разрешено это делать. Ну, это не является публичным местом. Администрация не является публичным местом. Значит, и, соответственно, должностному лицу, обращаясь к каким-то определенным вопросам по закону об обращении граждан, вы имеете право, конечно, вести видеофиксацию. И, ну, там, любым образом фиксировать информацию, которую вам должностные лица дают. То есть, вот смотрите, если вы идете на прием к какому-то должностному лицу по какому-то определенному вопросу, то, соответственно, да, фиксируйте это все, ну, удобным для вас образом. Ну, соответственно, наверное, предупредив сначала, да, даже чисто человеческое. Ну вот этот человек должностное лицо вот идет сейчас, заходит в кабинет. Вот мы с ним сейчас разговаривали. Да. Так а почему мне должностное лицо запрещается он есть? Я снимаю его здесь. А я вам еще раз говорю, что ну просто если мы же не знаем, для каких целей вы ведете сейчас видеосъемку, да, вот сейчас вы объясните. Для каких целей? Может, вы фиксируете расположение тут каких-то помещений? Мы же в голову каждому не залезем, да? Нет, ну понятно, что это, допустим, вы не эту цель преследуете, но тот же самый там сотрудник, который контролирует пропускной режим, этого не знает. То есть, может, вы фиксируете возможные места там, которые впоследствии приведут там, непонятным. Можно всего лишь навсего размышлять. Размышлять можно как угодно. Вы же пришли с определенной целью, допустим, да? Я пришел осветить информацию в общественность. Я занимаюсь сейчас общественным контролем. Вот и это и хотел бы осветить ее в общественность. Смотрите, общественный контроль должен подразумевать же под собой какую-то цель. То есть сформулировать, я думаю, не сложно цель вашего визита именно к какому-то должностному лицу администрации. Если, допустим, вас интересовал вопрос по пропускному режиму, да, есть соответствующий зам, который мог бы на этот вопрос ответить. Есть, допустим, сотрудники правового управления, которые могли вам предоставить инструкцию, да, по пропускному режиму. То есть необходимо было просто в приемное время подойти к определенному должностному лицу и задать соответствующий вопрос. И, соответственно, там потом... Я принял решение, думаю, что мне это не нужно. Я решил по более простому... Я вообще не считаю правильным спрашивать у кого-то разрешение. Я явился в публичное место. И... Ну, я же еще раз говорю, это не публичное место. Администрация города? Администрация – это исполнительный орган местного самоуправления. Здание администрации находится в оперативном управлении этой администрации. Ну, вот, то есть это не публичное место. Которая, ну, там, как площадь, улица, там. Это ж не режимный объект. Или это режимный объект? Это объект, на который, в соответствии с инструкцией утвержденной, есть порядок пропуска в этот объект здания. Вы понимаете, да? С учетом ситуации, которая там возникала на территории Российской Федерации, там, в некоторых моментах, где происходили противоправные действия со стороны, там, я не знаю, каких-то. Я мог бы понять, если бы я снимал частные территории. Нет, вам же говорят... Я же не могу зайти кому-то домой и начинать снимать его дом. Вам же говорят не о съемке, как в принципе. Вам говорят о цели нахождения в администрации. А, то, что я разрешение должен взять, да? Естественно, взять пропуск, подойти к должностному лицу, которое там может ответить на ваши вопросы, и, соответственно, с ним переговорить на прием. То есть, ну, никаких вопросов. Соответственно, сотрудник будет знать, куда человек пошел, с какими целями он пошел и кто это человек. Вы прекрасно понимаете, что если будет осуществляться бесконтрольный вход в здание администрации, ну, кто-то там от мелкого хулиганства и более, да, возможно, инцидент. То есть я считаю, что вполне обоснованно. А без пропуска, а по пропуску может как-то препятствовать этому хулиганству? А пропуск человек просто показывается приемной по обучению граждан свой паспорт. Не, не вы могу. Убрали пропуск? Да. Ну какие вопросы? Я прошел этот пропускной режим. Пропускной режим прошли, взяли пропуск и пошли. Ну, если вы в шортах не были.
На каком основании вы осуществляете эту съемку? Не, ну, в принципе, мы тут уже по большому счету общаемся. Я представлюсь, начальник правового управления администрации Кучин Алексей Владимирович. А, скажите, я обязан сейчас объяснить основания, на каком основании сейчас осуществляю съемку? Да, обязан. Обязан? Каким законом? Да, так вы находитесь в муниципальном помещении, это является служебным помещением. На меня камеру направлять, хорошо? Нет, давайте я буду, но я немножечко. Будете направлять? Я чуть-чуть, можно. Может, без камеры обойдемся? Не-не-не, я чуть-чуть вас поснимаю, если можно. Ну, я еще раз говорю, я не на телевидении, я с вами... Давайте ваше удостоверение посмотрим. Посмотрим удостоверение мое? Да, конечно. И ваше, вы же у меня документы спрашиваете. И ваше, пожалуйста, вот мое удостоверение в развернутом виде. Посмотрите, ознакомьтесь, Саха, пожалуйста. Дмитрий Васильевич, можно пальчик убрать? 29 октября 2017 года. Так, должность ваша... Полицейский. А, не вижу. А, вот, полицейский, ставший сержант полиции. Ясненько. Так, если дело касается, в отношении меня касается, то я хотел бы узнать. Что вы мне сейчас хотите сказать? Я прошу по данному факту. А что вы сейчас пишете? Карточку проверки для начала. Установить. Скажите, пожалуйста, закон об общественном контроле. Пусти меня здесь вниз по администрации. Я скажите, вот полицейский, я сейчас что-то нарушаю. Я ж не говорю, что вы нарушаете. Я говорю, пока вы осуществляете съемку, да. Не имея на это документов, там, разрешения, сертификатов. То есть, вы мне скажите, я нарушаю или нет? Мне конкретно нужно, да, нет. Если нарушаю, сейчас, то сейчас, секундочку, я установлю вас, потом будем уже общаться. Хорошо? Минутку дайте время. С кем я разговариваю, что-то... Так что вы будете туда проходить? Нет? Ну, я не знаю, с кем мне общаться. Ну, я же говорю, цель. Определите предмет разговора, я вам посоветую, в каком... Все, что мне нужно было, я получил информацию, я заснял. Все, я вас спросил, кем это было, на основании чего. Вы мне все дали ответы. Сейчас на всякий случай еще этот закон на специалист подойдет, распечатает, я вам дам, ознакомьтесь. Вы мне дали все ответы, в связи с чем, почему, с чем связан этот порядок. Вот это мне интересовало, я от вас эту информацию получил. У меня лично к вам вопросов нет. Дмитрий Геннадьевич, 1974 года, события паспорта. Я, конечно, буду всю эту информацию смотреть, сейчас, проверять, делать выводы. Сейчас, секундочку. Вы проживаете в Дивермовире? Нет, Новокубанск. Город Новокубанск сам или поселок откуда? Самого города? Да, самого города. Город Новокубанск. По Новокубанску, давай посмотрим. Бубенко Дмитрий Геннадьевич, 30.04.74 года рождения. Зарегистрирован. Угу.
событий. Сейчас какая сейчас... процедура ведется по отношению ко мне? Административная процедура. Сейчас я вас опрошу по данному факту. Так, на вас поступило заявление. На вас поступило заявление. От кого? Вот. Граждан администрации, кто есть, работает, от персонала. Это должностное лицо. Ну, а какая разница? Они что, не имеют права сообщить информацию? Ясно. Дежурную часть. И не являются, они должностными не являются, они должностным лицом. Ну, я понял. Может, вы снимаете для каких-то личных целей тут, я не знаю, там... Может, какой-то диверсант, мы же не знаем, в каких вы целях снимаете, правильно? Не, ну, правильно? Это смешно, о чем я говорил. Мы же не знаем, в каких вы целях. Может, вы здесь полностью планировку администрации снимаете. Для каких-то ваших личных целей. Ну, я понял. Поэтому в связи с этим вы еще будете доставлены в территориальный орган. Я буду доставлен? Вы будете доставлен, да. Я вам сразу это говорю. А если я откажусь тогда поехать? Вы не откажетесь, как вы почему это не откажусь? Ну, я отказываюсь. Вы не откажетесь. 19.3. Неповиновение закону 13 полиции. Да. А давайте протокол задержания, пожалуйста. Сейчас мы пока в данном случае мы вас опросим. Без протокола задержания я сюда шага не ступлю. Нет, пока мы вас опросим в данное время, по данному факту, что вы делаете, для чего, чтобы нам нужно выяснить причины, в связи с чем вы осуществляете съемку, правильно? Да. Ну, давайте, вот. Выясним. Сейчас мы выясним причины, для кого, что и как. Опросим заявителей, что они поясняют по этому поводу. И тогда уже примем решение, что и как. Может, потребуется вас и ФСБ на третий этаж доставить, вдруг диверсант какой-то, мы же не знаем. Неоднократно вы доставляли в территориальный орган Новокубанского района. Неоднократно? Да, по административным правонарушениям. Ну, по каким? И я административное правонарушение пояснить не могу, так у меня не имеется компьютера. Вы говорите неоднократно и доставляли меня? Неоднократно, да. А с чего вы это могли вообще взять? С чего? С базы компьютерной, которая на вас... Такая база существует, в которой занесены события каждого гражданина. Я же думаю, права у вас достоверная информация, правильно? Не поддельная, не на другую фамилию. Да, спасибо, что объяснили. У меня вопросов нет. Я понял. Интересный человек. Интересный полицейский. Ну, в отдел поедете в любом случае. Ну, тогда... Там же будет принимать дальнейшие... Не, вы мне тогда сначала протоколчик задержания. Вы же не хотите меня похищать, правильно? Ни в коем случае. Ну, тогда вы или позвоните, чтобы с протокольчик сюда привезли. Угу. А потом я поеду. Все что угодно и как угодно, чтобы не сработало 19.3, как вы говорите. А то знаем мы эти пугалочки 19.3. Каждый день я в свой адрес слышу 19.3. Я уже настолько привык к этой 19.3, вы даже не представляете, как я к этому привык уже. Это просто будний день какой-то для меня, 19.3. Сейчас второй сотрудник опросит. Без которого я обойтись сейчас не могу. Сейчас второй сотрудник опросит, вдруг вы тут совершили административное правонарушение. Ну, пока вас опрашиваю по факту, а второй сотрудник там заявление примет.
А вы с какой целью пришли в администрацию? А вот, смотрите, у меня тут претензия по продаже товара с недостатками. 66-й кабинет. Надо, надо. Я чуть-чуть. Я немножко побалуюсь. Ну, в смысле? Какую оценку? Ответили на ваш вопрос. Кто? Ну, администрация. Тут должностное лицо, которое непосредственно отвечает. Да, вот начальник ответил мне, все дал все вопросы, которые я спросил. Дал мне все разъяснения. Так, а скажите, а вот этот гражданин, вот, который написал заявление, он в связи с чем заявление написал по отношению ко мне? Я вообще что-то не видел, что он заявление писал, или он устное заявление дал? За начало устное, я сообщил, уже на час. А потом будет письменное? Письменное, конечно, ну как устное просто. Устное вносится в журнал, принимаются меры соответствующие, письменное. Вы меня ознакомите с ним? Конечно. И что я нарушил или что, с чем это связано заявление? Вы осуществляете для начала съемку, но на что вы не имеете права лицензии Киева. Я не имею права здесь снимать? А какое вы имеете право в служебных территориальных помещениях администрации снимать именно должностных лиц? А администрация города не является публичной? Нет, оно является публичным, и это я понимаю. Ну, в публичных местах я имею право. Я понимаю, но в плане, как вы ходите здесь снимаете, что это в лицо чуть ли камеру не суете, это я понимаю. Если вы хотите в общем снять там, что посмотреть, ну а как, абсолютно, как пояснять, что вы в лицо камеру суете, то это уже, считаю, перебор. Абсолютно, даже не ближе метра. Если я буду ближе метра, там лицо экран закроют. Я не знаю о качестве вашего телефона и качестве вашей съемки. Ну, ясно. В общем, не понравилось кому-то, как я снимал, да? В принципе, примерно я понял, что против меня происходит. Вы позвоните, чтобы этот протокол задержания сюда привезли. Сейчас, секунду, я пошлю. Иначе мы тут долго будем с вами сидеть. Мы не торопимся никуда. Похищать себя я не позволю. Отказался дать информацию. Угу. Телефон. Отказался дать информацию. Вы сейчас опрос ведете? Угу. Ну почему с правами не ознакомить? 51-ю статью не надо говорить. Вы 51-ю хотите воспользоваться? Ну я и уже и пользуюсь. Просто вы мне его. Вы будете пояснять по факту? Нет, просто место своего нахождения здесь. Я еще не задавал вам вопрос. Я пока данные ваши знаю. Я ничего не хочу говорить, ни на что отвечать. Не хочу. Не хотите ни на что отвечать, да? Я ничего не нарушил, поэтому отвечать ничего не хочу. Если бы я там что-нибудь сделал неправильно, другое дело, я бы отвечал. Свои данные себе я предоставил, угу. И больше я вам ничего предоставлять не хочу больше. Вы знаете мой адрес жительства, вы знаете мою личность, вы ее уже открыли, мою личность, как вы говорили, в базе.
То есть моя личность уже выяснена. А дальнейшей информации я говорить не хочу о себе. Прочитайте, пожалуйста. Я полицейский УБП ПСБ. Тут написано. Это что за слово? По существу заданных вопросов данный гражданин воспользовался статьей 51 Конституции. Угу. Все? Да. С моих слов записано, я на послание, на прочит. Я думаю, да. Ничего такого здесь нету. Ну чё, ты где? А? Ты где? Ты где? Бумаги с собой-то возьми сюда. Давай. Всё, да? Да. Ох, как иногда бывает всё сложно. Просто слов нет. Ну что сидеть, пойду я. Или не пойду? 5 минут подожди. Может, я пойду лучше? И пойдете. 5 минут подождите. Ладно, выполним просьбу или требование, как это и называть, я даже не знаю, полицейского. Какой грозный полицейский. Опять 19.3, ну прям деваться некуда. Каждый день 19.3, это просто ужас какой-то. Ладно, пока выключим.